Маленько отдохнули, маленько нет. Все равно плей-офф это тяжелый этап. Ну, идем постепенно. Как настраивались на Тюмень? Не знаю, но от игры к игре идем. Настраиваемся на каждую игру, пытаемся победить каждую игру. Пока получается. Ну, у нас как на самом деле хорошая взаимозаменяемость. У нас много травмируется по ходу сезона, выходят люди, играют лучше, хуже. Конечно, нам не хватает пацанов. Мы их любим, мы их ждем. Но на игре это особо не сказывается, как от любой другой. Мы команда, мы заменяем друг друга. Какая установка была? Ну, биться, играть. Играть в футбол именно. Не просто там сидеть в обороне, ждать своего шанса. Играть в футбол, стараться играть с мячом. Быть сконцентрированно, стандартным, быть внимательным с дальними ударами. Ну, с чем-то справились, с чем-то нет. Будем разбирать, посмотрим, что скажет тренер. Да не, ну это перехват, контратака. Отдал Ванька мне пас, я его увидел, отдал ему в пустые ворота. Хорошо, что так закончилось. Это чистая импровизация.